Потому что сегодня у нас проходит Столетов Фест. Физика и музыка. Я думаю, этому факту можно поаплодировать. Вы же специально на него сегодня пришли. И организаторами этого фестиваля выступает информационный центр по атомной энергии города Владимира и Владимиро-Суздальский государственный музей-заповедник. Давайте этому тоже поаплодируем. Как вообще родилась идея этого фестиваля? Почему мы говорим и про физику, и про музыку? Здесь нужно немножечко погрузиться в историю. Я думаю, многие из вас знают, кто-то из юного поколения, возможно, не знает, но в доме Столетовых была традиция, и очень часто у них собирались гости на музыкальной гостиной. Они слушали музыку, общались, говорили про какие-то новости, про науку, и все это проходило в неформальной обстановке. Именно такую обстановку мы в том числе хотим возродить здесь, в этом чудесном дворике. Откуда же взялась физика в названии, можете спросить вы меня. Но здесь как бы с одной стороны все логично, да, Александр Григорьевич, с другой стороны, когда он перебрался уже в Москву, он у себя дома собирал молодых физиков и вместе с ними общался про физику, разбирал какие-то сложные задачки и уравнения. И в целом ровно так же они музицировали и интересно проводили время. Прежде чем начать, у меня есть несколько приятных слов и объявлений. И для начала, в честь нашего фестиваля из Болгарии, мэр села Столетово Мирослав Колев прислал нам сообщение о том, что он поздравляет и желает нам сердечных успехов с нашим фестивалем. Давайте ему тоже поаплодируем за добрые слова. Более того, у нас есть очень важный гость здесь сегодня в зале. Я думаю, сейчас аплодисменты будут особенно громкие. Это Столетов Анатолий Леонидович, представитель и исследователь рода Столетовых, составитель родословного древа. Он вместе со своими родственниками тоже посетил наш фестиваль. Вот в первом ряду у нас присутствует. Давайте, я думаю, можно попросить сказать пару слов, и небольшие подарки у нас для вас есть. Сейчас я к вам спущусь с микрофончиком. Вот такая тут импровизированная у меня лесенка со сцены. Держите вам микрофон. Работает, да? Да. Здравствуйте, дорогие земляки, друзья. Я рад, что у нас сегодня прекрасный вечер. Я даже не ждал, что сегодня будет организован такой вечер музыка и физика. Потому что, как вы знаете, Александр Григорьевич тоже на слух научился играть на фортепиано, даже компонировал. Первая исполнительница роли Татьяны в опере «Евгений Онегин». Она пела арии всякие, поэтому вот сегодня рад услышать и удивился, что кроме того и детские площадки организованы, и сегодня будет музыка, называемая такой метровокс, да? Терминвокс. Вот так, да, потому что я ни разу не слышал, в смысле, вот так вживую, я сегодня хочу послушать. И поэтому я рад, что сегодня, значит, музей принимает столько много друзей нашего рода и нашей фамилии. Ну, я не прямой представитель рода Столетовых, но я впервые в истории рода написал книгу «История древнего рода Столетовых», которая насчитывает 15 поколений и 400 с лишним человек. Вот, я представляю одну из весь, тоже известные люди в этом роде, знаменитые архитектор, реставратор Александр Столетов и Александр Васильевич Столетов, также мой дядя, министр высшего образования СССР. И, в общем-то, книга разошлась и в Болгарии, и в МГУ, и здесь находится, и институт назван именем братьев Столетовых. Поэтому, в общем, мы стараемся беречь историю нашего рода, и также стараемся присутствовать на этих мероприятиях, которые проходят здесь во Владимире, ну и в других местах. Спасибо огромное за приглашение. Спасибо большое за добрые слова. Держите вам вот небольшие подарочки от нашего фестиваля. Спасибо большое, что посетили. Ну что ж, друзья, прежде чем мы начнем, есть еще несколько важных объявлений.
Во-первых, давайте немножечко поговорим о правилах поведения на площадке. И самое важное правило – на площадке у нас не курят. Поэтому если вдруг у вас есть вредная привычка, то вам нужно будет выйти за территорию нашей площадки и уже там осуществить все, что вы планируете осуществить. Но напомним, что Минздрав, как говорится, предупреждает. Правило номер два. Мы с вами очень добрая публика, правильно? Соответственно, добрая публика, когда перед ней выступают и делают это хорошо и интересно, что делает? Аплодирует. Давайте попробуем, как мы будем аплодировать нашим сегодняшним гостям. Замечательно, мне очень нравится. Правило номер три. Сейчас давайте все достанем мобильные телефончики и переведем их в беззвучный режим работы. В случае, если у вас техника с логотипом яблоко, это можно сделать, передвинув ползунок сбоку от телефона. Если у вас Android, то открываете сверху шторку и там выключаете звук. Если у вас вдруг кнопочный телефон, то вот там в кустах сидит Михаил, отдаете телефон ему, и он у вас больше звонить не будет. Все будет хорошо. И правило четвертое, по-моему, я уже сбился со счету. Не стесняйтесь задавать вопросы. Все гости сегодня у нас не только талантливые музыканты, но еще любители исследовать и тему звука, и тему музыки, поэтому они будут рассказывать вам много интересной информации. Если у вас по ходу будут возникать вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руку, обязательно мы дадим возможность их задать. Ну что, договорились? Готовы начинать? Да? Вот как-то очень вяленько. Вот один человек в зале, два человека в зале готовы начинать. Супер!